Чардаш Монти, Монти Чардаш, это словосочетание мы слышали давно. Это переложение для гитар. Во-первых, произведение трехчастное. Значит, произведение написано в трех частях. Первая «Allegro non troppo» называется. Вторая «Andante con moto». Это требует особого перевода. Желающие могут зайти в социальные сети, спросить. И получат много разных интересных ответов. Третья тема – это «Беспримерное модератное состенуто». С такими, я бы сказал, пренду индонсатондовыми вставками, знаете ли. Это все по черненьким. По черненьким такая пентатоника, знаете, развития. Монти в своем Чардаше хотел сказать то, что вы сейчас услышите, что сделает Леонид Александрович Сергеев, исполняя это классичнейшее произведение. Я очень долго тренировался, репетировал, знаете ли, аппликатура правой руки. Я думаю, что классические музыканты, присутствующие здесь в громадном количестве, понимают, о чем идет речь. Евгений Николаевич Быков скромно взялся саккомпанировать. Итак, Монти, Чардаш, переложение для полутора гитар с одним солистом. Как солиста приветствует в консерватории? Композитор написал два раза это место. Блин! Очень быстро. Техника нужна. Два раза опять. Друзья, не ожидал. Спасибо. Andante con moto, спасибо. Аккомпанировал Евгений Быков.
Спасибо, маэстро, да. Сентракт. Композитор написал два раза это место.